Всем привет! На этой неделе у меня, на жаль, есть две смерти. Это Campanato Silvaticus. Еще на этой неделе вам показывал. Кормил, был расплод полный. Расплод я отдал колонии Campanato Silvaticus, который живет у меня в бамбуковых пробирках. И, на жаль, умерла Acromyrmex versicolora. У нее был грибок. Даже немного на брюшке еще осталось. В песке оказалось. Я в испанцев покупал там специальный песок с глиной. А там какой-то грибок оказался. Ее заразил. Буду покупать снова. Но вот теперь я уже без песка. Жалько. Красивая королева была. На брюшке видно, когда увеличишь.